Мы его не убьем, там никого не будет. Я тебе говорю, ты этим хаос сделаешь больше. Мы тоже можем прыгнуть. Мне вообще без разницы, кто тут вообще в форме или нет. Я вот серьезно, мне вообще похуй. Постреляться можно, блядь, мне вообще похуй. Просто нахуя вы спасаете? Друган, здесь нету смысла. Пиздец просто. Надо сначала разгребать. Здесь люди тонут. Бабушки, блядь, мертвые. Бабушки не выезжают, там вот туда понять не может. Бабушки погибают. Бабушки погибают, бабушки тонут, потому что они не могут выехать. Нет, топит из-за кого? Залупится! Они залупятся! Залупятся! Попробовал на прошлом дамбу! Попробовал! На наших детях попробовали залупиться наши дамбы! Наши дети пострадали! Без дома остались! Без дома! Без жилья! Без всего! Без всего! Он попробовал нашу дамбу на Никто никому не помогает. Мы ездим, блядь, на лодках, помогаем, блядь, бабушкам, дедушкам, собак спасаем. Видео могу со своего телефона показать. Простые ребята, простые ребята. Мы еду за свой счет покупаем. Отвозим детям, блядь, помогаем, школы отвозим. Государство ничего не делает. Оренбургская область ничего не делает, понимаете? Мы за свои деньги покупаем и помогаем. Церковь выделяет хлеб и воду. Государство что делает? Смотрит на это все. Это что? Закон? Это беззаконие. И говорят, вот здесь вот у нас крудуны, воры. Какие воры? Вот они, воры, зашли туда. А закон их защищает. Это разве правильно? Это разве по-людски? Да ничего, и никогда такого не было, понимаете? Вы можете сейчас к президенту обратиться. Я и так это обращаюсь, канал. Понимаете? Он и так меня будет видеть и слышать. Я просто хочу, чтобы нам вот здесь помогли. Пускай не мне лично, пускай помогут тем детям, в которых груднички лежат. Да весь город пострадал, у всех есть дети, у всех есть дома, я хочу, чтобы начали помогать, завозить провизию, воду, хлеб, еду, одежду. Ничего нету этого. Мы за свой счет это все покупаем и помогаем. Они говорят, ну откуда крысы, блядь, могут прогрызть? Да за эти 13 лет, ее можно было... Или, блядь, не подойти к камушу, пилю, все, дамбы нет. Ну как так? Так они эти 13 лет себе в карман деньги вложили. Она подмывалась каждый год, они деньги складывали. Вот пусть придут и ответили. Они за это уже ответили. Ответили, крысы, блядь, съели. Как это возможно? Как дамбу можно так уничтожить? Хоть не раз ее подсыпали за эти годы. Дамба из песка стоит, но это смешно. Песок, на него поставь, он отойдет, все, нету песка. А здесь вода, здесь такой поток. Здесь люди умирают от этого потока, это, блядь, песок. Загнанный в угол, способен на все, понимаете? Вы в натуре делаете, блядь, беззаконие. А потом будете вот лично мне предъявлять, вот ты совершил вот это действие, правонарушение. Хуя ли? Ты выражал-то не цензурной бранью. Я говорил своим родным языком, свою мысль выражал. Тише. Так, телефоны все убрали. Почему? А как мы потом докажем, что нам такое? Вот у вас пресса есть. Вот у вас куча прессы, вон стоит. А пресса вырежет. Давайте еще раз. Мы пришли подавать. Вы не брали, что я пришел? Нет. Телефоны все убрали.